Друзья, всем доброго времени суток и пиратский вам привет. С вами Михаил. И начинаем проходить снова Assassin's Creed 4 Black Flag. Так, я в Гаване и мне вот показывают, как пользоваться орлиным зрением. Но я, в принципе, знаю, как им пользоваться. Вот. Можете помечать до 5 противников. Я вот не помню, какой кнопкой помечать. Назад. Ну-ка. А, орлиное зрение недоступно во время бега. Ладно. Так. Вы ведь не против, что я иду с вами? Как же мой лишь сахар? Вы не путались под ногами. Карта сокровищ. Карта сокровищ. Я, если честно, не разбираюсь в этих картах. Далее. Она у меня не одна. И целых две. И, блин. Еще я не совсем разобрался, ну ладно. Боннет. Так, мне же бежать надо, наверное, да? Тихо! Боюсь, они рядом! Назад! Подожди. А что мне надо сделать? Мне за ними надо следить? Вот там, смотри, там охрана. Так, меня застукали, походу, да? Застукали. Блин, ладно, не будем так близко больше к ним подходить. Это у меня первое такое задание, так что... Нажмите R3, чтобы использовать орлиное зрение. В общем, мы это проходили. Давай. Вы ведь не против, что я иду с вами? Наймите лишь танцовщиц. Под ногами. Танцовщиц. Подождите. Мне вас надо нанять, да? Боннет. Кажется, я понял, в чем дело. Не Тихо. Понял. Боюсь, а что это вы не нанимаетесь? Назад. Или нанимаетесь? Эй, девоньки. Нанять танцовщиц. О, они мои. За сегодня. О, походу я запоздал с этим опять. Время идет, да? Давай. Девушки. Вон объект. Так, а что там написано, я не успеваю прочитать. Да, сэр, да, прощения просим. Ну, они остановились вроде, и сейчас... Так. Комсумир. Так, они уходят, твою дивизию. Здорово, парни. Твою ж дивизию. Как же вы меня обманули. В общем, они меня завели и не туда завели, да? Так, дубль номер... А, мы отсюда начинаем, да? Отлично. Только он должен явиться на... повешение, сеньор. Правда? Я люблю... Вот так вот, нафиг! Что ж ты делаешь-то? Ух ты, смотрите, как он пинается. А, так вот. Подождите. Ты что-то против имел? А, они уходят. Они уходят. Все. Поздняк метаться. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. И охрана прибежала. Отлично. Ну что? Как же с вами быть-то? Друзья, да, товарищи. Он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на повешение. Здрасте. Правда? Я люблю казни. И я, как колокол, позвонят, пора. Опа! Садись. Давай. Ну. Пошли, красавицы, за мной. Давай. О, твою ж, блин, дивизию. Все, опять я не уложился. В чем дело? Моя стратегия не очень правильная, видимо.
Может, он будет рад встретиться с может вами. Вот так только вот? Он должен явиться на... Так. Дамы, вы там за мной идите, наверное. И я. Как в колокол. Опа. Понятно, пора. Пойдете с нами? А, дамы. Я же вас нанял. Блин. Прекрасно. Особенно если не нужно. А, засекли опять, ёлки-палки. В общем, все это неправильно. Ну? Ну что, я вас нанял. Может. Может вот так вот. Может. Так. А что мне сделать с ними надо? Так, проходим. Проходим. Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще заработал. Вот вы какие, блин, а? Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Эй, цель погибла. Вот так вот, значит, да, я неправильно сделал. Ну ладно, поспешил. Зато я буду знать, что сейчас делать. Так, девоньки. Вы за мной. А чё-то они не идут за мной. Танцовщица, блин. Как колокол позвонят, то пора. Пойдете с нами? Так, все. Наверное, вот так вот надо будет идти. Слушайте, они уходят, что ли? Они там... как пройти, спрашивают, походу. Так, близко нельзя подходить. Вот о чем я и говорил. Пам-пам-пам-пам-пам. В общем, как-то я близко очень подошел. Что ж ты, давай. Девоньки. Может, вы что-нибудь сделаете? Они со мной идут, нет? Походу, нет. Ладно. Так. Я успею, да. Вот этот красный цвет, это они меня видят, типа? А если отойти? Вот так вот. А, карта мне не нужна. Вот они. Раз цель, два цель. Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной, ну что ж ты, блин? Смотрите. Высматривают меня. А, походу засекли. Поняли, что я есть я. Блин, вот это вот дилемма, да? Что сделать? Может, с крыш за ними? С крыш тоже неплохо будет. Давайте сделаю все по-другому. Опля. Так. Здорово. Ну что ж ты. Я, блин, из-за тебя. Бей его. Упал. Ладно, немножко неправильно, да? Выбрал я место. Можно сейчас? Так. Бежим. А если вот так вот? Я люблю казни. И я. Как в колокол позвонят, пора. Так, где? Давай. Давай. Опля. Что ж я... В общем, немножко не так, но ладно. Сейчас попробую другим путем пойти. Давайте вот этот путь выберем. Он будет рад встретиться с вами. Все-таки я за ними пойду. Повешение, сеньор. Карта сокровищ. Я люблю казнь. И я, как в колокол позвонят, пора. Пойдете с нами? Да
Давай. Хопля. Хопля. Так, стоять. А вот отсюда мне нравится, да. Вот сейчас, мне кажется, их выследить надо будет. До самого конца. Да, сэр. Капитан будет парни, блин. Заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично. Шикарный ее путь выбрал. Что ж я тебе раньше-то не подумал? Тихо. Меня кто-то увидел. Бля, вот так вот. Блин, смотрите. Умный парень-то. Да что ж ты. Но, нападай. Вот так вот. Все, за ними, за ними, за ними, за ними. Они, походу, убежали, да? Так, я потерял их. Потерял. Опля. Вот так, да? Не тот прыжок был. Не в то место. Ну, по крайней мере, по-моему, сохранились. Скоро начнется казнь. Вот они, друзья. Орлиное зрение. Что мне сейчас делать? Карты сокровищ. А нафига мне карты сокровищ показываете? Ладно. Похоже, они вообще убегают. Так. Тихо, тихо, тихо. Геймпад, не тупи. Ла-ла-ла, быстрее, 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 быстрее. Может, все-таки по крыше пойти, но... Я уже боюсь по крышам бегать, потому что... Так, вроде не отстаю. Врешь, не уйдешь. О-о-о. Походу, я зря, да, на крышу побежал? Ап. Они вон там. Ух ты, блин, мне за ними не угнаться. А может даже... Ай, ёлки. Где они? Все, продул я свое счастье. Ну откуда я сейчас начинать буду? В общем, здесь я понял, что надо за ними просто бежать. Ну... Побежали. Тихо. Близко тоже нельзя делать. Хотя они не замечают, они своим бегом заняты. Ой. Не-не-не-не. Давай, давай, давай. Беги, беги, мужик. Стоять. Блин, видите, вот как геймпад все-таки... На всякий случай. Ножи приготовим. О, как я близкость к ним был. Слушайте, а можно мне их убивать, нет? Я просто не знаю. А, проследить за ними надо. Значит, убивать не будем. Тихо, 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 тихо. Да что ж ты? Давай, 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 давай. А то сейчас я вообще их потеряю, если честно. Где? Вон они. Вот они, голубчики. Куда? Лады. Видите, как геймпад все-таки подтупливает. Он сам делает, что ему охота и что ему интересно, видимо, по настроению. Так. Быстро от меня. Ну. Сколько вы еще бегать будете? Опачки. Стоять бояться, парни. Фу. Ну, вроде как-то так. Все? Поближе к цели? Иначе вам не удастся подслушать разговор. Чё, блин. Надо было просто подбежать к ним. Я уже боюсь к ним подбегать близко. Только не говорите, что мне надо бежать опять за ними.
Я не выживу после такого. А нет, смотрите. Вот сюда. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Стража какая-то крутая. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Повешение? Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Так, тут везде охрана. Си-си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Ну, кстати, я не знаю, как тут музыка. Надеюсь, не сильно громко. Параметры. Параметры. Я уже забыл тут. Три. Да, в принципе, нормально. Да. Но сахар с Барбадоса. О, высший сорт. Казнь. Доставили его в замок. Его хозяин затеял драку вчера. Сам сбежал, а сахар бросил. Так, брат. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Ну что, близко нельзя подходить, да? Капитан Мендоса сам отправит вам товар. Так. Боже мой, вот этот Громила ваш капитан? Где Громила? Нет, сеньор, это Эль Тибурон, он человек губернатора. Все, есть. Пошли вон отсюда. А, мне за капитаном надо. Так. О-оу, походу... Походу я его потерял. Да. Ну, это быстро было очень. С этой слежкой я вообще не привык. Ну, ничего. Так. Следите за капитаном. Тихо, парни. Тихо будь. Да что ж ты, блин? Уходит. Ушел. Так, снова. В какую сторону? Правильно, по-моему, бежал. Ну, сейчас посмотрим. Надо не сильно спешить просто. А вот, цель-то, вот она, по-моему. Эй, ну-ка, нафиг. Эй. Твою же, блин. Медь. Давай, хоть зарежь его. Так, капитан, блин. Блин, пиратские будни что-то сегодня не даются, да? А, вот он, вот он. Ну-ка, пошли отсюда нафиг. Капитан. Так, еще. Да что ж ты, блин, тупишь-то? Так, они по своему языку. Крепость. Сальвадор. В общем, здесь-то я, наверное, не прослежу за ним. Или прослежу. А-па-па-па-па-пам. Я его потеряю из виду. Так. Украдите ключ у капитана. Ну. Так-с. Лады. Тогда мы сделаем вот так вот. Где он? Капитан. Давай. Оп. Ломаем уши. Так, кто там еще? Ну, не хватало тебе. Вот так вот. Детка. Так, он уходит. Иди, куда ж ты? Давай. О, давай, падай. Здрасте. Ну. Слушай, давай уже, он уйдет. Укради ключ.
Опа. Ну, ну. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Эй, парень, ты че грубишь? Не засек, смотрите. Но. Вот так, 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 так. Отлично. Все, пошел вон. А, в тюрьму. Так, не понял. Ах вы. Ах вы. Ну-ка нафиг. Урод. Так, ограбим его, нет? У-у-у. Меня чуть не убили. В общем, гасимся. Так, теперь куда мне? В тюрьму. Так, подождите, а где тут моя мишень? Ладно, может, на карте я сейчас разберусь. Так, контракт на убийство. Ну-ка, не понял. Контракт на убийство. Это здесь. Но мне этого не надо. Мне надо в тюрьму. А это что? Рукопись. Угу. А вот, смотрите. Зелененькое. Это что у меня? Пункт назначения. Так. Совершенно спиной стоял. Вперед. Тихо. Парни. Здорово. Привет. Ой, то, блин, нафиг, иди отсюда. И... колено. Ну, крут, конечно. Все, уходим. Как будто меня никто не заметил, да? Нормально. Не-не-не, парни, парни, парни. Оп, оп. Опля. Кто следующий? Блин, с топорами уже, с томагавками, смотрите. Или что это у них даже? Воу! Походу, я тут попал. Я попал. Уходим, 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 уходим. А вот так вот. Смотрите, увернулся парень-то. Граната! Я теперь понял, что тут. Воу. Это уже грубо. А вот так вот. Так, кто там? Блин, походу. Это что такое? Походу меня... А, я еще жив был. И тут меня, да, подбили, в общем. Ну, замес неплохой получился, если честно. Я только немножко растерялся. Привет, злодей. Хуп! Держи, 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 держи. Отлично, спать. Молодец. Здорово, парни. Вот так вот. Так вот, блин, сколько я его пронзал. А вот так вот. Голову прямо, нифига он ему. Ух ты. Круто. А теперь документики. Документы. 15. Не понял, там бомба была написана или что? Или мне показалось? Так, меня засекли, да? Походу тут братва-то, блин, не спит. Кто следующий? А, вот так. Хопля. Ушел. И ты уйдешь сейчас. Класс. Блин. Засмотрелся и дал ему себя ударить. О, шикарно. Ну что?
Вау. Это было круто. Где он? Давайте я тогда немножко посмотрю у них документики. Так, 15. А, все, они утонули, походу, да? Ну ладно. О, это плохие люди. А, с ними-то не получится так шутить, мне кажется. Давай! Оп! Нет! Лучше уж биться будем. Нет! Давай, 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 давай! Ну что вы там? Ладно, сейчас бомбанет. Ну, давай, давай, давай. Они умирают там, поди, да? О, смотрите, нифига. Добьем их, нет? Ладно. Биться так биться. А жизнь бы еще заживали. Да? Ох, неплохо. Вот так вот. Вау! Смотрите, что творит, а? Оп! Оп! Блин. Почти. Сейчас они будут бомбочки кидать. Так, мне если честно, страшно. Вау! Давай, 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 давай. О, я жив вроде. Тихо, тихо, тихо. Оп. Ну. Все, доигрался, да? А нет, еще смотрите. Оп. Блин, уходим, 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 уходим. Сейчас стрелялки будут. Так, жизни. Смотрите, как их много просто. Давайте тогда верхнего уберем. Так, оружие. Ну что, парни? Вот так вот. Ну? Что еще на новенького? Ух ты, смотрите, сколько тут. А-а-а, меня застрелили, так нечестно. Блин, я еще жив был, оказывается. О, блин, вот это с бомбами, это, наверное, крутой. Походу, это капитан какой-то их. Ладно. Может, все не так уж и плохо? Может, как-нибудь по-другому это все сделать? О, слушайте. Я же могу... По-моему, могу же, да? О! Вот это круто. Опля! Пульк. Ладно, тут крокодилов хоть нет. И сейчас я другой путь изберу. Ага, вот посюда. Да хватит уже тупить. Ну вот, самый такой мирный. Нифига не мирный, смотрите. Вот так вот. Он реально какой-то крутой был. Давайте я его обыщу. 14. Бомбы дымовые, по-моему, да? Что там взять? Боеприпасы. Ну-ка. Тринадцать. Дымовые бомбы. Они крутые, кстати. Вот эти дядьки. Тихо. Не, мне с ними воевать не вариант, друзья. Просто не вариант. А, потому что там такая толпа. Тихо. Оп, бля. Тихо.
стоять, бояться. Так, так, что делаем? Делать. Шухер. Держимся. Вот так вот. Ну, наверное... Я уже хотел его вырубить, если честно, а он ушел. Ой, блин, он там не один. Опа! Давай. И... Опять! Нарвался я, в общем. Как бы я не хотел, но... Беги. Сейчас взрыв. Опа! Уходим. Вот этим пиратом я сейчас поговорю. О, тихо, братан. А теперь уходим. Вот так вот. Блин. Давай, сколько их там? Уходим, нет! Все-таки добили. Ух, шикарно. Так, тут надо придумать что-то другое. А знать бы что. Давайте более лояльное придумаем. Парни, расступитесь. Опля. Так, остановимся и посмотрим. Нет тут никого. Вот так вот. Раз, два, три. Так, здесь... А здесь буду, да? Потихонечку. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот нафиг. Давайте его унесем отсюда. Возьми его на руки. Смотрите, какая тушечка, да? И вот сюда вот. Опля. Сейчас мы тебя обыщем. Дымовые бомбы, отлично. Так. Немножко надо осторожнее быть. Хупля! Спать. Так, что дальше? Они сюда не ходят, да? Стоять. Я в прошлый раз, по-моему, здесь стоял, ханулся. Тихо. Ой, блин, твою ж медь. Я знаю, у меня получится. О, смотрите, сколько тут много. А, меня засекли. Опять этот кидает, блин. Уходи. Опля. А вот так вот. Вот так вот, классно. Кто на новенько? Опля. Давай, следующий. И тебе достанется. Следующий. Ух ты, блин, смотрите, что творит, а. А если вот так вот? Вау, это плохо уже. Уходим. А вот и подмога. Я жив, нет? Я жив, ну уходим тогда. Блин, неохота помирать. Давай. А вот так вот если... Блин, меня стреляют. Давай.
А, воду лучше. В общем, убежал все-таки. Ну что, парни, обломались? Слушайте, тут еще бомбочки кидает. Так, как мне здесь подняться с этим? А, да, наверное. Не понял. Наверное, никак, да? Хорошо, что в воде у нас можно плавать и допускается. Ну давайте снова. Да, достала уже, блин. Запретная зона. Я имею в виду, достала меня вот эта вот с геймпадом фигня. Которая сама по себе живет. Так, 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 так. Нас кто-то видит, да? Надеюсь. Стоять. Ты ж пшел отсюда нафиг. Все, он меня засек, походу. Так, здесь. Здесь, здесь, здесь. Ой, блин. Да, мне тут. О, смотрите, там. Что это такое? Это простая бочка. А, может. Нет, 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 нет. Получится мне все-таки вот так вот сделать. Давай вверх. Так, а здесь. Смотрите, я достану, нет. Опля, молодец. Ёп! Нет, нет, я хотел, конечно. Ну ладно. Я вот сейчас смотрю и вижу, что у меня 5000 золотых, это отлично. Можно будет потом нормальное оружие купить. Ну или что-то другое. В общем, мне кажется, надо почистить их, да, а потом убегать. Потому что если в бойню с ними вступать, там один и их целая рава, то я проиграю. Так, 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 так. Парни. Смотрите, их очень много тут. Дымовые бомбы. Встраивает. Ух ты, блин, нарвался, да? Смотрите, какая фигня. А вот так вот. Все, пошел отсюда нафиг. Теперь. 20 метров, да? Тут богатые господа, я вам скажу. Их там много. А если я спрячусь? Ага, хрен. Давай, 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 давай. Блин, понял. У него все сложно с защитой. Давай, давай, давай. Его. Отлично. Смогу его еще ограбить, да? Есть контакт. А вот и друзья, товарищи. А мы их обманем. Я их обману, но самое главное, чтобы сам не лоханулся, потому что вижу, вижу. Так, куда они пойдут? Так. Сколько вас? Двое, да? Справлюсь. Трое. Четверо. Пятеро. Офигеть. Я, конечно, могу по-другому забраться, но я не хочу. Смотрите, что они творят. Ну вот этих пиратов уже нету. Мне проще. Они проверяют все. Уходят. Опля. А вот так вот. Отлично. А тот стреляет, походу. Застрелялся парень. А вот так вот. Еще. Ну иди сюда. С ножами какими-то. Ох, класс.
Ну все, друзья, я сделал это. Блин, ну наконец-то все-таки. 17. Кровище. Так, с музыкой можно на всякий случай сделать потише. Я надеюсь, вы меня там слышали. Потому что заруба была шикарная. Ну вот так. Так, бомбочки, да, наверное, у тебя? Да. За всю фигню бомб набрал. А, смотрите, их там еще нормально. Я так понял. Быстрее. Опля. Так. Вот этого бы сейчас обезвредить. Получится у меня. А, меня засекли, походу. Пошел отсюда нафиг. О, ух ты, блин, сукин ты сын, с винтовкой. Вот так вот. А, вот. Ты вот этого не хочешь? Отлично. Слушайте, вот какой я кровожадный. Тихо, не падай до конца. Сначала отдай мне все, что ты накопил, как говорится. Блин, офигеть, я тут резню устроил. Ладно. Бежали. Я уже забыл о миссии, знаете. С такой охренительной резней. Так, где у меня тут? Открываем дверь. Ура! Все, что ли? А мне казалось. Так, встретиться с кем-то надо, да? Встретимся. А вот знаете, где тут еще была подсветочка у меня, которую я не смог добраться? Вот здесь она. О, смотрите. Здорово. О, вот так не хочешь? Блин. Ах ты. И вот так. И еще. Да что ж ты. Ну нападай. Ну вот. Вот и все. Слушайте, их очень много тут. Там еще, по-моему, 4 бегают. Ходят, бродят, да? Я пока их обыщу. Давайте я посмотрю, что у меня тут. Может, какие-то вот такие клады. Анимус, сундук. На всякий случай, давайте. Где ты находишься? Так. Вот здесь. А, это и есть фрагменты же анимуса, да? Опля. Блин, я не знаю я. Ах, фу, я сделал это. Я думал, все, разобьюсь. Или в воду упаду. Теперь фрагмент взят. Сундучок. Давайте сделаем это. А вот здесь. Так, где же ты? Слушайте, он здесь должен быть. Или он внизу? Оу, тихо. А, он походу внизу. Ну-ка, опаля. Нет, я не хотел второй раз падать, если честно. Это было, в общем, грубо. Ах, хрен с тобой. Получится у меня забраться, не знаю. Да вряд ли. Я больше. Ладно, поплыли. Давай. По крайней мере, самую главную миссию я выполнил. И там сейчас врагов-то практически нет. О, нифига себе, тут добираться надо. Ладно, доберемся.
Блин, тут... Я вам скажу, проплыть-то надо немало. А ну-ка, как там, нырять можно, нет? Ага. Мне кажется, я за сегодня уже очень-очень много поплавал. Так, 106 метров. Ладно, хоть времени идет. Давай, 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 давай. Вот так вот сделаем. В общем, попробую все-таки найти то, что мне надо. Там уже посмотрим. Блин. Сюда. Тихо, 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 тихо. Блин, попаду я сюда, нет? С второго раза-то. Давай, давай, давай. Так, вот давайте я вот так вот. Ух ты. Только не падай. Мужик. Ну что ж ты? Звезда, блин. Давай сейчас. Спрыгивай, не бойся. Правда, я сам боюсь, если честно. Ох, молодец. Ну, как-то так. Счастье, да? Сапфир нашли. Что теперь? У меня остался вот здесь вот. Что это такое? Рукопись. Да просто уж охота как-то, знаете, до конца уже добить дело. Но я вот тут понял. Не видать мне этой рукописи. Хотя нет, я могу вот так вот. Блин, допрыгнули я. Вот так. А сейчас можно за рукописью. Там охраняют, кстати, я так понял. Оп. Давай, давай, давай. Молодец. Смотрите, я даже не заметил, а? Чижик. Вот это рестлинг. Это был натуральный рестлинг. Ладно, с того я ничего не буду брать. Так, это где-то здесь. Слушайте, мне опять падать, да? А здесь что у меня? Слушай, ну... Так, здесь окно, да? И вот так вот мне надо по окнам прыгать. Уа! Йо! А я бы там все равно не залез, в общем. Хрен с тобой. Придется вот так сделать, да? В общем, хрен с этой рукописью. Сделаем другое. Привет, парни. Ну-ну-ну. Оп. Сколько вас? Трое? Фигня. Четверо. Уже трое. Вот, уже один. Красиво. Все вроде, да? Нет, не все. Вы еще не насытились? Ну и хрен с вами. Бежим, 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 бежим. Вот так вот. Давай, 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 давай. Опля. Так, я уже прибежал. Да, 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 да. Блин. Ну. Давай, 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 давай. Ты успеешь. Есть. С сахаром не вышло. Рук не хватило. Ну да. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Ха, разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключение.
Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Эй, Боннет. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. Тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался. Ну вот и все. Задание выполнено. А как же мой сахар? Избегайте стычек. Ну, стычек избежать не получилось, но прогресс. Как же мой сахар? Да ладно, хрен с этим сахаром. Так, это что такое? Это миссии, да? В общем, мне надо выйти отсюда. Продолжить. Так. Ну что, друзья, на сегодня тогда я серию свою закончу. От вас я хотел бы желательно пальцы вверх увидеть. Комментируйте. Ну и кто не подписался, еще будет приятно ваша подписка. С вами был Михаил, друзья. Всем пока.